Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Во второй половине апреля удача для многих людей будет напрямую зависеть от того, насколько они готовы доверять своей интуиции. Не увлекайтесь ненужными мелочами, чтобы случайно не упустить шансы, которые действительно могут принести долгожданный успех. А теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака с 15 по 21 апреля. Овна в середине апреля ждет много романтики. Те, у кого уже есть вторая половинка, смогут вывести отношения на новый уровень или разрешить какой-либо старый конфликт. Те, кто еще ищет свою любовь, будьте осторожны. Эмоции могут заставить довериться не тому человеку. В профессиональном плане у многих овнов появятся новые амбиции и силы для достижения поставленных целей. Тельцы, готовьтесь исполнять какие-то обещания или оказывать услугу за услугу. И не спешите верить всему, что скажут. Вас могут обмануть или ввести в заблуждение непроверенной информацией. Встречам с друзьями, выходом в свет и прочими развлечениями представителям знака звезды на этой неделе советуют отдать предпочтение уютным домашним вечерам за чтением книг или просмотром фильмов. Близнецы, ждите появления новых идей, многие из которых поспособствуют значительному росту доходов. Возможно, интересные деловые предложения от друзей и знакомых. Ближайшие 7 дней энергия у раков будет бить ключом, так что удастся переделать кучу дел и при этом оставаться бодрыми и полными сил. Во всех делах прежде всего установите, что для вас главное, с этого и начните. Такой подход наилучшим образом отразится на работе и внесет положительные перемены в личную жизнь. Львы будут полны сил и окружены обожателями, а отношения с коллегами и друзьями выйдут на новый уровень. При этом стоит быть осторожными и избегать конфликтных ситуаций, особенно когда дело касается денег. Внимательнее нужно относиться к своему внутреннему состоянию. Следите за своими эмоциями, избегайте стрессовых ситуаций и находите время для расслабления. Для Дев это прекрасный период, чтобы обсудить с руководством повышение зарплаты, корректировку графика работы или возможность внеочередного отпуска. На ваши просьбы наверняка ответят согласие. В этот период Весы смогут лучше узнать тех, с кем работают. Не исключено, что вы примете решение минимизировать общение с кем-то или вовсе его прекратить. Слушайте сердце и интуицию. У скорпионов жажда обновления в профессиональной сфере и статусе. Хочется новых достижений и покорения недоступных ранее высот. Звезды советуют самое время действовать. Одинокие скорпионы могут рассчитывать на романтические приключения. Стрельцам следует быть готовым к непредсказуемости в отношениях. Стоит проявить терпение и понимание, и не жалеть времени на разговоры, чтобы все прояснить. Совершенно внезапно откроются новые возможности для карьерного роста. Но не берите на себя очень много, иначе неизбежны перегрузки. В выходные стоит обратить внимание на решение домашних вопросов. Для козерогов на этой неделе будет удачным прохождение обучающих курсов и семинаров. Узнаете много интересного и найдете новых друзей. Творческие козероги обнаружат у себя неординарные способности. Ваши яркие оригинальные идеи произведут впечатление на коллег, а руководство поспособствует их воплощению в реальность. В любом случае, этот период раскроет целый спектр ваших способностей. У Водолея все прекрасно развивается не только в профессиональной, но и в личной жизни. У женщин есть все шансы встретить успешного и щедрого спутника. А еще на этой неделе вы будете красноречивы, обаятельны и жизнерадостны. В середине апреля рыбам нужно разобраться в себе, чтобы понять, чего они хотят от жизни. Держите эмоции под контролем и не будьте чересчур подозрительными. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолеть все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!